Я Алиева Мунира Абдурашидовна, врач-невролог клиники доктора Максудовой. Также занимаюсь проблемами нарушений сна, то есть сомнологией. Одной из частых жалоб, с которой приходят пациенты к неврологу, является головная боль. Головная боль может носить различный характер, может быть признаком любого заболевания, начиная как от самых легких, заканчивая такими тяжелыми, грозными заболеваниями, как инсульты. Зачастую пациенты начинают заниматься самолечением, не обращаясь к врачу, и в результате чего заболевание затягивается, а порой приводит даже к осложнениям. Необходимо своевременно обращаться к неврологу, который после осмотра может определить, поставить предварительный диагноз, выяснить причину какого заболевания явилась головная боль, и в зависимости от этого рекомендовать определенные диагностические исследования и, соответственно, методы лечения.